Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас вам расскажу, как просто избежать проблемы потери нити, когда мы вяжем с вами на вязальной машине с нитеводом. Для того, чтобы вязать, нам обязательно надо перемотать матушки на бобинку, либо на конус, либо при помощи обычной моталки. И машинка забирает нить. И когда-то в какой-то момент нить заканчивается, и мы этот момент упускаем, можем срезать полотно с игл. Это очень неприятный момент. Чтобы такого избежать, есть маленький, но не сложный секрет. Прежде чем начинать наматывать пряжу, я беру пряжу другого цвета и просто вот совершенно любым узлом ее завязываю. И какой-то количество этой нити другого цвета отрываю и начинаю наматывать на моталку. Нить синего цвета попадает в начало. Может быть, и не нужно так много набирать, но зато я точно знаю, что вот этой синей пряжи мне хватит на то, чтобы осталась пряжа нить в нитеводе и не убежала. И теперь я начинаю наматывать основной цвет. И получается, что синий цвет уходит внутрь. Сверху у меня тот цвет, который мне нужен для работы. И когда белая пряжа закончится, синий цвет мне подскажет, что нитка закончилась, пора менять. Выполнить это действие не тяжело, но оно может вам помочь при монотонной длительной работе пряжей одного цвета. Если вы привыкли забирать хвостик из середины мотка, привяжите цветную нить с внешней стороны. Видите разницу? Обычный моток, традиционный и усовершенствованный. Начинаете вязать изнутри, берете. Закончите голубым. Начинаете вязание снаружи, тоже закончите голубым хвостиком, и вы не потеряете рабочую нить. Если это видео вам понравилось, если оно было вам полезно, пожалуйста, нажимайте нравится, делитесь с друзьями, пусть все знают этот маленький, но очень полезный секрет по намотке пряжи. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите по вторникам и четвергам на открытые вязальные посиделки. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.